клуб волонтеров «Инсайт», клуб общения «Лотос» молодежного центра и спортивный клуб «Греция» центра внешкольной работы борются за право войти в число финалистов всероссийского конкурса «Моя альтернатива» в рамках одноименного национального молодежного проекта. Видеоролики саровчан о здоровом образе жизни успешно прошли заочный этап и стали участниками интернет-голосования, по результатам которого определится список претендентов на призовые места. Работа была проделана чуть раньше, чем открылся как раз конкурсный отбор на этот конкурс. На десятилетие городского клуба волонтеров «Инсайт» и клуба общения для лиц с ограниченными возможностями «Лотос» мы снимали общий ролик о нашей деятельности, о том, как хорошо делать добрые дела, поэтому получился такой очень мимимишный, как сейчас принято говорить, ролик, который назывался «Зато Саров добрый». Главная идея всероссийского конкурса – пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта. При этом «Моя альтернатива» поддерживает и добровольческие движения. По максимуму хотелось вложить, что было проведено за 10 лет, чем мы непосредственно занимаемся и для чего мы это делаем. То есть какой послеэффект, можно сказать, после нашей деятельности остается и в наших сердцах, в душах наших воспитанников. И вот как раз хотелось нашей деятельностью заразить как-то, наверное, участников и конкурса, и тех, кто будет просматривать наш ролик. Конкурсный видеоролик спортивного клуба «Греция» – совместная работа тренера Руслана Казабаранова и его воспитанников. Наш видеоролик о здоровом образе жизни, он снят как бы в целях популяризации здорового образа жизни, чтобы, ну, как бы юные спортсмены, приходя в наш клуб, ну, занимались видами спорта и, ну, выступали на соревнованиях и, соответственно, занимали какие-то места, чтобы их заинтересовывал спорт. Проголосовать за саровчан можно на сайте Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» в рубрике «Национальный молодежный проект «Моя альтернатива». 20 конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, станут финалистами конкурса. Троих выберут члены жюри. В конце апреля определят 5 победителей, каждый из которых получит денежный приз.